если нахождение нашего университета настолько уникальное, центрее не бывает, что здесь пересекаются не только линии судеб, но мы, пожалуй, очень часто попадаем в какие-то приятные истории. С нами что-то такое интересное случается. Не так давно по каналу ОТВ, областной телеканал, снимался проект, телевизионный конкурс «Я звезда». Ну, естественно, не обошлось и без нас, и без моих ребят. И без меня, я была наставником по вокалу у продюсера, у команды продюсера Оксаны Громовой. И сие явление случилось с со студенткой факультета учителей начальных классов. И, в общем, если бы в моем студенчестве такое произошло, 8 разных жанров, 8 разных образов, костюмы, режиссеры, стилисты, съемки, профессиональные летающие вот так камеры. Ой, как я по-хорошему завидую. Женя Горупович на сцене! Сделай глоток крепкого чая, пусть огонек свечи отражением блеснет глаза. Просто молчи, я уже знаю, что скажешь ты мне, прости за мои земные желания. Рыбкой золотой стану, боль унесет водой. Белым камешком на волну ночи и дни, радости горе, теплый песок и лед, все разделится порому. Рыбкой золотой плавать в плену молодого луны я не смогу. Yeah.
как это было? Евгения Грибович, не единственная участница этого звездного проекта.